Продолжаем обозревать новую коллекцию Beauty Bomb. В первой части мы уже успели посмотреть некоторые продукты. А теперь идем дальше. Вау, Beauty Bomb появились новенькие пламперы для губ. Оттенки очень-очень спелые и сочные. Также в коллекции появилась база под макияж. У нее безумно приятный аромат. Вот такая тканевая масочка для лица тут есть. И еще одна маска, которая сделана на глиняной основе. А это нереально красивый сияющий хайлайтер. Как же круто он переливается. Потом здесь идет гель для бровей. У него такая желейная текстура. Это 3 выкручивающихся карандаша для глаз. А еще 3 супер красивые матовые помадки с эффектом глиттера. Пахнут они очень вкусно. Также тут лежали румяна тинт для лица. Они такого бледно-розового оттенка и очень классно растушевываются. А в этих флакончиках находится цветная тушь для ресниц. 2 подводки для глаз здесь также имеются. Вот такой жидкий контуринг для лица. Ну и последняя — это такая лаковая помада. Ловите сводчи всех оттенков.